Броню, да, он говорит броню. Но я уже себе два элемента брони создал. Ух, имба. Мертвый. Это что, Дреки? Что тут было? Осторожней. Кажется, он мертв. Да, точно мертв. Ну ладно. Мертв. А вот интересно. Отец, берегись! Вот тебе и мертв! Дреки! Эгэгэй, всем привет, вы на канале Funny Games TV, мы продолжаем проходить с вами God of War Ragnarok. Итак, забрали сундучок в прошлой серии, вот, давайте вот этот островок посмотрим, и надо найти горнило. Ну, горнило, вон, я уже вижу, дымит труба, вот сюда его дыму. Ух, смотри, где он сидит, гад, а. Так, ну тут, я даже не знаю, какие-то ворота, как здесь пришвартоваться и как в принципе вообще сюда. Вон там еще один летает. Угу. Но сюда так просто не попасть, чуваки. Ой-ой-ой, нифига джойстик как вибрирует. Я не понимаю, как сюда попасть. А, ну вон, видимо, видишь, оттуда. А нам еще рано сюда. У нас нет приспособки, чтобы вон там подняться. Там какой-то дым и, видимо, какое-то приспособление нужно. Ладно. Не дым, а пар. А может, дым, непонятно. Ну, вроде как на пар больше похож. Так, вот еще вот этот остров есть, видишь, там сундук тоже наверху. Давай его плывем, посмотрим просто. Ага, так, вот здесь точно. Ничего можно... себе! Вот это гейзер! Да, он укажет нам путь к ключу от дозорной башни. Где гейзер? Где ты увидел? Он укажет нам путь к ключу? Какой гейзер? Он там наверху? Вот тут смотри, чудо. Ага. Что еще ужасного сделали Один и Тор? Сундук. Ну ладно. Вот был Тамур, каменщик. Ага. Он поругался с сыном, пошел искать его на ночь глядя, а вместо него встретил Тора. Еще был Хватит. Сын там. Потом продолжим. Ага. Мы запричалились. Ключ от той двери в дозорной башне, где-то на этом острове. Так, те же цепей просьба начата. Ага, я ее поднять не могу. Так, найти ключ на острове. Угу, то есть где-то должен быть ключ. Офигеть. Ну нет, это не помогает. Так. Где-то здесь можно подняться. Но где? Нет, видимо, еще рано сюда, чуваки, опять же. А, вот же я могу взорвать. Боже, вот если пошел. Берегись, сзади! Ой-ой-ой! Вроде. Сюда! Смотри, они носят из гнезда! Где гнездо? Вот это? А что с ним делать? Сжечь? Да, разрушить. Отлично. Кто еще? Всех развалили? Вроде бы. Так, давай сюда, Трей. Ага, вот так взрывать можно. Цепями. Так, а вот теперь лезть. Сюда вниз. Угу. Вот, то есть наоборот мы пролезем с этой стороны сюда. Так, тут можно наверх, а можно вот туда еще дальше, я так понимаю. Ну ладно, давай перелезем. Так, сразу гнездо. Прилив ярости. Всех. Ой. Земля здесь выглядит шаткой. Имба. Это колесо как будто замерзло. Сейчас замерзнет. Так, чтобы вылезть, ага. Так, и вот может, это вот. Может, нам поможет подъемник? Проводить. С высоты будет проще пробить землю. Ага, с той стороны, да, надо будет пробить. Все, понял. Ясно. Ну как будто бы вот туда еще может. Эй, не-не-не-не. Опустись, что ты делаешь?
ниже. И как будто вот туда перепрыгнуть можно, нет? Да. О. Real. Real talk think about. Так, сюда. И теперь я должен вернуть топор. Можешь оттуда пробить землю? Да. Хорошо. И еще говно. Так, лучше цепи взяли. Цепи, цепи. Да урода. Да ё-моё, льётся. Пошёл уже. Да помочи ты его. Да я нажал. Да ты уже фонишь плеву. Сейчас опять уже. Он видишь, как горячий этот. Справа! Придется, да. Тихо. А, сюда, говнари. Лови! Сзади! Да вообще кофе. О, добивай. Минус обезьяна тупая. Сюда. Эмир, это он? Вот здесь. Кто он? А, так вот ключ. Уже? Нашли ключ от дозорной башни. Надо добраться до дозорной башни на берегу. А, смотри, следующая часть этого задания. Ну подожди, там же наверху я видел сундук, как туда залезть? Что ты не договариваешь? Буровые машины не единственный грех на моей совести. Вот там сундук был. Наверху. Как-нибудь потом, что ли, эти квесты будем выполнять. Так, нет, я проходить туда не хочу. Вот, вот там сундук я видел, а как туда залезть? Угу. Кажется, что-то с лифтом надо делать, нет? Ну, с лифтом. Так, подожди, топор бросаем. Спрыгиваем вниз. Как вниз спрыгнуть? Я что, не могу теперь спрыгнуть? Могу. Вот. Ого, вот этот гейзер. Так, и вот. А, так я, блин, до лифта... Ага. Все-таки надо лезть. Все-таки надо лезть, чтобы в лифт попасть. Смотри. Вон сундук. И как туда попасть? Пипец какой-то. Так, хорошо. Но мы нашли ключ и можем в дозорную башню потом сгонять. Но нам надо все-таки продолжать. Нет. Почему налетчики все еще становятся скитальцами? Я думал, если мы освободим королеву Валькирий, равновесие в мирах восстановится, и они не будут появляться. Это хороший вопрос, парень. И довольно тревожный. Если Хель снова забит битком, значит, что-то помешало Сигрун. Или, возможно, она отвлеклась на что-то еще более важное. И потому не заглядывает туда. Хватит. Да. Потом продолжим. Да уж. Чуешь дым? Еще одна буровая машина. Да, ты со стыдом говоришь о содеянном. Жалеешь, что не дал Одину погубить их? Нет, я... Ух ты. Сюда, говнюк. Еще один попугай, ну ладно, его мы не трогаем. Так, что это дает? Мы могли бы перемахнуть через этот подъемник. Кран. Кран. Спасибо. Ага. Так, вот ладно. Теперь он где надо.
Ну пусть будет так, да. Ух ты ж. Так, а вот это разрушается? А почему? Нет. Так, ладно. Тут мы тоже пролезть не можем. Теперь, говорит, он где надо. Ну, давай. Ага. Вот как он. А, вот бочка взрывается. От этих бочек пахнет топливом. Я думаю, от твоих клинков разгорится на ура. Хорош. Оба-на. Че, драгуры, нет? Чел лежит, но у него ничего нету. Обычно у таких челиков. Так, ну тут явно кто-то появится. По-моему, тут можно пробить землю, если ты залезешь куда-нибудь повыше. Да, я вижу. Давай попробуем. Птичка. Так, вот тут, да, вот это вот. Сломать надо. Драгоны тупые. Ну, хорош. Так. Птица. А что делать? А, понял. Не дотягивается. Значит, надо упасть. Хорош. Так, минус все. Так, ну мне, говорит, пол надо разбить. Блин, зря я хапушку не собрал. Так, а пол как разбить? Откуда? Вот с той клетки где-то примерно надо, правильно? А, вон еще. Нет, наверное, вот отсюда все-таки. Так. Отсюда. Нет, отсюда нет. А, вот тут же мы открыли. Проход. Вот еще клетка. Так, тут залезть мы можем. Там нет никаких секретов, нету. Мы полезли. Странно, что гномы сами не остановили машину. Кое-кто пробовал. Кейнхерии их публично покарали. Убивали гномов? И не мог переубедить их? Мог. Жесть. За что их убивали? За то, что машины устанавливали? Горнила тупые? Ух. О, да, теперь драгон. Ой, в воду улетел. Разорвал его? Сдохни. Так, забираем сундучок. Там надпись. Вот эти надписи, что они дают? Просто мы их читаем. Впечатляет. Что это? Так, смотрите, Кадлин Девительница Эдл истребила здесь целых 20. Легенда или похвальба. Жаль, что это Кадлин уже не сможет поделиться с нами опытом. Кадлин Девительница Эдл истребила здесь целых 20. Эдл? Что за Эдл? О, у меня что-то оружие. Клинки хаос, смотри. Что-то нашел на них? А, рукоять какую-то. Сила 4, удача 5. А сейчас у меня установлена сила 8. Да нет, пока она побуду сильной. Так, смотри, туда сундук. Угу, надо кран опустить в самый низ. О, черепаха. А ей пофигу, смотри, она в танце прячется. Хорош. Так, хорошо, и зачем мы сюда спустились? Что тут делать? О, косточка зверя. А. Вверх подняли. Должно помочь.
Так, теперь нам надо наверх подняться. Да. Что должно помочь? Так, надо кран вниз опустить, чтобы вот этот сундук забрать. Я так понял. Но для этого надо вернуться назад. Так, а что помочь? Что мы сделали, что нам помочь должно? Давай кран опустим сначала. Самый низ, сундук забрать. Нет, наоборот. Пошли, сундук заберем. Так, вот туда. Оп. А потом, наверное, кран надо на самый верх поднять. Я так понимаю. Так, кованое железо, рубленное золото. Хорош. Так, где тут поднимался? Да, кран, наверное, надо сейчас на самый верх теперь поднять. И как-то мы там сможем пройти. Поехали. Так, вот так, что ли? Вот так, наверное, да? Да, вроде так. О, спасибо. Ага, сюда. И сюда. Отлично. Не так, так уж трудно. Вот еще сундук, смотри. Да, не так уж трудно, но только как сундук вот этот забрать. А что вон там штука какая-то, видишь? А как ее вон-то сломать? Стенку. Непонятно пока, ладно. Полезли. Ух ты ж, нифига себе. Жжок. Так, тут сейчас уроды опять живут, по-любому. Ну да. Поджог есть? Так, минус еще один где-то. Куда он делся? Где он? Стреляй! Берегись, слева! Сейчас я этого добью. Хорошо. Осторожно, сзади! Красиво! Боже! Сдохну! Отлично! Так, и заберем как раз таки последний это, да? Так, ты что стоишь, урод? Чё тут развалилось, он стоит живой. Живёхенек. Так, резко. Всё, последнюю штуку ломаем. Надо прокачаться потом, мы можем... Отлично. Всё, последнее. Дело сделано. Так-то оно так. Только это сущая мелочь. Капля в море по сравнению с тем, что натворили асы. Помни о своих проступках, но не позволяй стыду верховодить тобой. Да? А почему нет? Перед тобой поставили невыполнимую задачу. Не вини себя за то, что не смог ее решить. Думаю, гномы бы с тобой не согласились. Все это ничего не меняет. Нет. Но это начало. Брат, хочу напомнить. Свартальфхеймская руда, которую мы нашли, может пригодиться Броку или Синдри. Вот, смотри. Проходик нашли. Но я понял, да, что это руда. Может им пригодиться. Так, ага, можем скинуть отсюда. Вот. Это мне и надо. Все, отлично. Вот мы эту разгадку, загадку эту тоже разгадали. Надо кран поднять на самый верх теперь. Нет, в другую сторону. Самый верх, да. Теперь вернуться обратно, подняться по цепи и перепрыгнуть туда.
И, наверное, мы там сможем сломать ворота. Ой, ну, там стенку какую-то. Броню, да, он говорит броню. Но я уже себе два элемента брони создал. Во! Ух, имба! Нифига себе! Это не то, что ловко, это очень круто и эпично. Вот это, наверное, какие-то скрытые сундуки, они золотые, ну, мне кажется, какие-то эпичные прям. Ух ты, буря Ньорда, слабая руна атак, стремительная круговая атака в ближнем бою, раскидывающий соседей врагов и наносящий. Так, это хорошо. На Левиафан? Так, это вот такая у нас атака. Буря Ньорда что дает? Да, она у меня была в первой части, тоже первой. Угу, давай ее наденем. А как их прокачивать, кстати? Кто знает. Смотри, вот она первая, видишь? Вот вторая, опыт Кратоса. 2500 надо. Они прокачиваются тоже. What? Смотри, кидал теперь. Ух, имба. Блин, ну еще бы одну. О, тут еще и свиток лежал. Новый свиток легенд. Это что такое? Страсть. Страшно подумать, что вы меня лишили. Раньше я был... Ой-ой-ой, очень много читать, ладно. Все, мы отсюда валим. Ну да, все, мы тут все разгадали, все забрали. Так, как мне к лодке вернуться, я забыл. По-моему, где-то здесь. Нашел лодочка. Лодочка, плыви. Все, можем, да, отправиться теперь. По основной сюжетной линии. А, хотя нам же надо броню сначала сделать. Наверное, потому что мы остановили машину. Да, наверное. С тем бы гномом поговорить или с ним не надо? Только как квесты тут сдавать не надо, я так понимаю. Просто выполнили и выполнили. Ну, по крайней мере, нам засчитали, что... Смотри, вообще. Рыба появилась. О, вот значит как. Где рыба появилась? Кто-нибудь видит? А, ну вот они заплескались, типа, да? Как будто потемнело, наоборот. Может быть, продолжим перечислять злодеяния асов? Еще, конечно, Гроа. Хранительница знаний и вестница Рагнарёка. Так, где-то здесь же у нас. Но убил ее мужа. Один скрыл это, а затем разделался и с ней. Броня, не будем забывать об Эмире первом великане. Из его тела Один вырезал миры, а в его крови чуть не утопил остальных великанов. Хватит. Потом продолжим. Потом продолжим. Так, а что в этих сундуках? Это нам точно нужно. Бесконечно, что ли, появляется? Так, смотри, значит, броня. Нужно что-то конкретное? Броня для бедер. С прочной чешуи нет? Вот, вот это, да? Недовелира, да. Давай ее создаем. Удобно. Использовать. Все, шкала оглушения противников. Все, я полностью, видишь, это гномья броня вот эта. Дал квестик первый выполнен, все, у меня защита плюс 11, живучесть плюс 4. Нет, общая, как узнать? Так, а с оружием что-то могу сделать? Ну-ка, Левиафан улучшить? Нет, не могу. Клинки хаоса улучшить. Пламя нету. Рукоятки его только могу улучшать. Но я не знаю, блин, зачем. Стоит ли их улучшать? Рукоятки. Хотя, блин, наверное, я бы улучшил. Давай у этого. Смотри, рубленое серебро 1000 сгусток. Давай улучшим. Третий уровень будет. Кому-то не повезет. Новая броня — это не повод. Тут зависон. Лучше броня на... Смотрите меню целей. Лучше... Ага, все. Приятное пробуждение. Смотри, бронзовый. Убивать кошмаров. Довольно другую. А, ну это всякие его задания. Слушай, неплохо. Мы тут вот рядом как раз с этой башней. У нас ключ есть. Может, пойдем испытаем тогда, а? Блин, сегодня опять, походу, по квестам пойдем. Ну ладно, интересно же, что там. Что за ключ? Мы его добыли. Ты слышишь? Нет. Я вроде слышал голос. Какой? Не бери в голову. Так, попробуем сейчас вот открыть. Просто вставь ключ в замок, брат. Давай. Ключ нашли. Что здесь, интересно? Может, что-нибудь еще? Может, быстро раскрыть, нет? Ну вот.
Можешь как следует стукнуть по барабану? С чего? Ух! Хорошо. И что это дало? О боже. Что? Так вот, чей был голос. Я надеялся, что он сбежал, но... Нам нужно его освободить. Остров Лангбарга? Вернуться к существу. Боже, ни хрена себе островок. Охренеть просто. Чуваки, смотри, это рыбина огромная. Очуметь, просто очуметь. Ясно? Ну, наверное, сейчас не пойдем, да? Давайте все-таки пойдем по основной сюжетке, а то это, по-моему, надолго. Потом как-нибудь к этой рыбе не вернемся, я думаю. Давай. Самое главное, мы ее освободили. Ну, не освободили, а, скажем так, всплыла она, всплыли ее. Доставили на поверхность. Отец, как учили воинов в Спарте? Безжалостно. И поэтому ты меня так не учил? Ты сомневался, что я их выдержу? Я не думал, что они тебе нужны. Спасибо. Угу. Ну да. Так, ладно. Конечно, может быть, там у рыбины эти прикольные какие-нибудь будут секретики, но пофиг. Пойдем, ладно. Дорлину? Надеюсь, он рад, что мы разобрались с машинами. О, да, рыба реально плавает. Так, нам сюда? Блин, вон там капля была. Ё-моё. И это его лавка? Ну, на это указывает знак, подвешенный так, что вот-вот рухнет кому-нибудь на голову. Реально. Так, ну что, дурлин или дура? Кто ты там? Дурачок? Ты здесь, нет? Он нас тоже чему-то научит, наверное, каким-то, может, заклинанием, магией. Мы ищем Дурлина. Вам назначено время. Дурлин. Нет? Нет. А сюда приходят только если назначено? Угу. Ого. Здорово. Пришел что-то у меня требовать? Думаешь, прицепил отрубленную голову на пояс, и я так напугаю, что сразу возьму и соглашусь на предложение Эстрид, а? Вообще нет. Мы ищем пленника Одина. Он заперт в какой-то шахте. Друзья сказали идти к тебе. Откуда у тебя? Что? Ты ей им голову отрубил, а? Она была моей женой. Топор он увидел. Левиафан. Ух, нифига себе. Мы с закуской гадали, куда она исчезла после провала бунта. Провала? Смотри. Да. Шрам. Фэй. Умерла. Для лучших. Кто остался в живых, платит за все. Пипец, у него домашний живой. Я боюсь, что не могу помочь вам с поисками этого пленника. Но он может знать, как остановить Одина. И избавить Сварт Альфхейм от асов. Я больше не желаю идти против Сятца! Стойте, пока не ушли! Чё это? Наследство? Прикольная печать. Осьминог плюнул. Что это? Штраф!
Вы нарушили закон о чистоте, разгуливая с гниющей головой. Дважды упомянули истинное имя всеотца и... покорёжили мой стол! Штраф? Штраф? С оплатой можете не спешить. Да, и мы не собирались вообще. Пошёл ты в жопу. А теперь пошли вон. Ну охренено он помог. Может разместить? Привет тебе. Какая часть фразы «вон из моей лавки» вам не ясна? Ее зовут Закуска? А, да, конечно. Тогда спасибо. Она что-то дала? Выйти из лавки Дорлина. Мы как будто в другую дверь выходим. Эй, но это же не штраф. Не сейчас. Впереди враги. Давай, брат. Брат, этот злобень устроился наверху. Сдох. Лови. Осторожно, сзади. Сдох. Эй, уродец! Сюда! Говори! Готово! Давай! Ты чё на моё сына лезешь? Враг разрушён! Хватай! Попал он просто! Сюда, говно! Сдох! Кто там еще? Блин, забыл было кнопку нажать, пожалуй. Вот это да! Люблю фаршированную рыбку. Сзади! Да, вижу, вижу. А, отлично, я попал. Осторожно, сзади! Как же красиво! Просто! Вот урод. Пошли. Ловите, урод. Всё? Так вот, я хотел сказать, похоже, Дурлин дал нам указание. Гном дал нам карту. Вроде того. Чего? Ты ж чуял, как от него пахнет. Но ведет она в шахту за той горой. Тюру. В целом, Дурлин нам помог. Подожди. И все воюют топорами и стрелами. Я думал, просто откроем ворота, а мы прям за них уходим, там просто куча всего. Вот, сундук как минимум. То есть он все-таки помог нам? Сделал вид, что не помог. А почему? Боится? Потому что вороны следят, наверное, Одина. Повсюду. Я так понимаю. Я вот не понимаю, вот эти столбы для чего уничтожают. Ну, то есть, нет, есть какие-то столбы, которые полезны. О! Прям имба. Вон там вот и сундук вон. Так, еще что-то есть тут? Вот еще столбы. Если бы это падало сюда с этих столбов, то просто так мы их. Вон еще столб. Ну-ка. О, тут что-то пропустили.
Косточка зверя, да, имба. А Трей тоже может, кажется, уничтожать это. Так, ну окей. Чё? Мог бы и прыгать, почему-то Кракс не умеет прыгать. Если бы он умел прыгать, я бы этим ударом учил постоянно без памяти. Ну, то есть прыгал. Но он не умеет. Так, кстати, что по прокачке? Блин, ну Левиафан всё-таки имба, конечно, мне нравится. Так, я могу прокачать? А это что? Нажмите РТ во время действия ледяного пробуждения, чтобы нанести удар снизу вверх. Во! Это имба, давай возьмем. Давай возьмем вот это тоже. И давай посмотрим, что мы можем сюда вкачать. Так, пронзив врага, получив вы, удержите РТ, чтобы метнуть в него второй раз. А я где-то же тут вот это, да? РБ. Да, H-бок. Чтобы метнуть в него второй, клинкрат спускает. Угу. Цепь. А это что, удержите РБ? Атаковав одного врага, серию мощных ударов. Ну, можно и это прокачать, давай. А потом, если что, будем это очень прокачивать. Так, сейчас мы прокачали, короче, вот так. Если оружие улучшено, вот такой удар. И вот такой с разворота. Два разных удара. Наверное, на нем получится подняться в гору. Может, там и будет эта шахта? Поездка на поезде гномов – такая редкость. Так, подождите, давайте тут сначала все изучим. Как всегда, собственно. Ага, спуститься я не могу. Но там вот есть врата. Угу, то есть нам надо ехать. Тут и ничего изучать. Мы тут сундук, видимо, спрятали. Да. Отлично. Полное железо. Ну, не знаю, вроде бы стараюсь не пропускать все эти ништяки. Надеюсь, все-таки... Как будешь готов, поднимаемся на вагонетке, брат. Давай, так я готов уже, а че тут не готов? А где тут у вас руль, как управлять? Она сама едет? Ну, реально, сама поехала сразу. Мистика. Американские горки начались. Блин, окошко открой впереди, Атрей, ничего не видно же. Эймдаль, вот уж чье имя не хочется слышать. Ты сам только что его произнес. И Дурлин, ему и говорить не надо было. Все было написано у него на лице, вернее сказать, выжжено на голове. Выжег след на голове Дурлина? Зачинщиков провальных бунтов карают быстро и беспощадно. Он стратег Одина? Да, и владелец Гьялархорна, убежденный сторонник Одина. Уверенность в своей правоте – очень опасное качество. Так, ну что нам известно? То есть жена Кратоса, кажется, и гномы, и еще кто-то затеяли бунт. Сюда! Да? Еще вагонетка! Восстание. Поищем. Так, кузня. Браться. Регион открыт, кузня. И вот этот, которого мы ищем. Они устроили какое-то восстание. Или революцию, я не знаю. Знаешь... Может, если найти Тюра, мы будем в безопасности? Один, так, похоже, очень не хотел, чтобы значит, мы его нашли. Цель где-то близко, внимательно когда смотрите. Тюр снова займет место по войне, здравствуй. Один устанет уже не до нас. Если он хочет этой войны, я не буду вот мешать. Это снайпер! Опыт Кратоса плюс 50. Так, ага, цель рядом, видал? У меня компас горит. Так вот, я не договорил насчет восстания. Они устроили это восстание, но один из генералов Одина... Так, здесь никто... Гному этому дал люлей, я так понял, на отметках дал на голове. А жена Кратоса... Видимо, непонятно, ну... С ним туда в деревню ехал жить. Ого. Бомба. Нерабочая, но да. Скорее всего, принадлежала Барри Гному, построившему великий зал Люр. Один новый артефакт. Смотри, я уже такие бомбы, кстати, находил. Зажигательная бомба, бомба Гарри. Ему осталось несколько дней до конца работы, когда пришли... Ага, той ночью Барри бросил несколько гранат. Может, мы научимся гранаты кидать со временем? Так, дойдем. Сердечко. ХПшка. Но у меня полный. Ох, сундук. Ясно. Кажется, здесь нужно особое снаряжение.
может быть. Лук? Нет. Ну да, я пока... Смотри. Тут нужно особое снаряжение. От этого толку нет, брат. Может, пойдем назад? Ладно, я вас понял. Понял, что особое снаряжение. Оба-на. Какая-то здоровая хрень лежит просто. Мертвый. Это что, Дреки? Что тут было? Осторожней. Кажется, он мертв. Да, точно мертв. Ну ладно. Мертв. А вот интересно. Отец, берегись! Вот тебе и мертв! Дреки! Ага, что он делает? Ой, хорошо убил. А блин. Так отлично. Наверное, отлично. Ой, хорошо. На прыжку ему стоит. Ой, я нажал! Вот урод, а. Прилив здоровья. Ой-ой-ой, это что? Льется сюда? Тихо. Лови. Подожди, а как? У меня что-то какая-то крышка. Вот подходим. Тихо. Да ё-мо. А давай топор возьмем. Ой, хорошо. Давай, добивай. Фух. Молодец. Удерживать, удерживать. Вместе! Жесть! Тяжкий был бой. Будь начеку, тут могут быть и другие. Так, быстрый апперкот, который вызывает огненный гейзер, пламя боли, слабое. Думаешь, тот Дреки убил первого? Если это и так, их обоих сгубила жажда крови. Так, отлично. Так, ставьте новый рунный камень. Окей, давай. Так, клинки хаоса. Пламя боли. Быстрый апперкот, который вызывает огненный гейзер, подбрасывает соседних врагов в воздух. Конечно, давай же. Так, все, больше ничего не могу. О, я даже без спартанской. Так, пламя улучшения оружия. Небольшой огонек, не меньше. Так, пламя хаоса мы нашли. Окей, так, давай возьмем. А, вот, вот так, да. Так, а прокачать могу сразу, может, сразу прокачать пламя хаоса? А, нет, еще надо, не хватает. Ладно. Ну, прикольный крокодильчик. Такой прям вообще имба. Так, а что мы сюда пришли, куда мы идем? Идем дальше, вот сюда. Давай, Трей. Крокодил, да, класс. Не понравилась с ним битва. Я почти все парировал, все атаки у него парировал. Там, внизу, я вижу шахту. Должно быть, о ней и говорил Дурлин. Слева есть пути. Наверное, там еще одна вагонетка. Отец, а что если эта война не только Тюра, но и наша тоже? Война не единственный путь. Давай здесь посмотрим. Боги. Добрые боги.
Мы хотим остановить Рагнарёк и помочь всем. Угу. Что делать, если невозможно без войны? Атрей. Ой, кинжал кто-то в него воткнул. Так, подожди, куда мы идем? Еще какие-то ворота. Еще ключ. А ну-ка, давай прочтем. Кузне вперед. Ага, видимо, каламбур. Так, кузня. Кузня вперед. Это может быть как и легкомысленная шутка, так и свидетельство недовольства гномов власти Одина над Свартальфхеймом. Можно ли назвать прогресс прогрессом, если он достигается из-под палки? Угу. Или я сейчас правильно иду? Оба-на. Еще свиток. Новый свиток легенд, уважаемый начальник. Уважаемый начальник, мне очень жаль, я вынужден сообщить вам, что я не смогу выполнить план в этом сезоне. Я попросту не в состоянии ковать броню такого качества и в таком количестве, как вы требуете. Виноват в этом, конечно же, я сам и никто больше. Я очень надеюсь, что мое признание этого факта вызовет у вас желание проявить некоторые снисходительства. На данный момент производительность моего труда существенно снижена из-за травмы, понесенной вследствие прошлого невыполнения плана. Со всем возможным уважением хочу вам сообщить, что новые физические наказания вызовут лишь ее дальнейшее снижение. С нетерпением жду вашего ответа. Ясно. Работать просто не хотел. Так. Что это за место? Зачем мы сюда пришли? А, ну сундук, ради сундука. Окей. Это все, наверное, гномии какие-то оружия. Тут эти. Не оружие, как это называется. Принадлежности, короче. Так, ну тут, смотри, еще один проход, да? Он на карте как-то обозначен. Видал, какая-то кузня. Гори, нам туда. Кузня, ну в кузне там что-нибудь может быть имбовое прям быть. Ну, в том плане, что. Так, это мы по кругу бегаем, правильно же? Да. О, а вот тут что? Тут мост разрушен. А, ну это туда. Это мы к динозавру. А вот тут? Тут тоже мы по кругу бегаем. Короче, ясно. Вот отсюда мы пришли. Сюда мы можем спуститься. Кстати, а как он клинками бьет, вот если с высоты упасть? Ну-ка. Он бьет клинками тоже? Ну-ка, давай попробуем. Да, ой, хорошо. Красиво, как же мне нравится. Такой же Кратос. Имба. Жалко, что такие игры, блин, выходят так редко. Каждый год бы вместо Call of Duty бы играл. Так, хорошо, а туда-то как? Ага. Не хочет перепрыгивать. Окей. Сюда, оказывается. Ой-ой-ой. А, нифига себе. Офигеть. Я думал, я уже упал. Кованое железо. Так, а подняться вот здесь могу, да? Боже, ну имба. Причем клинки иногда, мне кажется, вот так ты их кидаешь, они недалеко летят. А когда Кратос кидает, ну, на будку, нажимаешь на джойстик. Специально, в смысле. Так, а сюда мне зачем спускаться? А, ну просто, типа, сократить путь, да? Ладно. Так, впереди полуроды. Да. Очень много уродов. Твари все лезут с того столба! Похоже, гнездо! А, да-да-да-да-да, вижу. Быстрее, быстрее, быстрее. О, это кого? Не тролля кого-то? Тролля жрали. Блин, там что-то у меня сообщение какое-то было, я не успел прочитать. Ну и да ладно. А, вот мы путь расчистил. Наверное, нужно вернуть его в колею. Разрезал, офигеть! Выкидывай его нахуй.
Окей, поставим на рельсы. И погнали. Ого, какой маленький. Ладно, нам нужно налево. Так, налево. Стой, лево от меня. О, балбес. Так? Да, вот так. Еще разок, начнем. В смысле начнем? Поехали. Давай. От Кракена ты получил камень. От Кракена? Да, а, что за камень? Закуски. Да, он весь в тине. Я хотел показать его Броку и Синдри, когда вернемся. Вот. Итак, мы решили разыскать Тюра, потому что не доверяем Одину, верно? Если так подумать, война бы... Ой-ой-ой. Что за фигня? О май гад. По-моему, мы летим. Слева! Справа! Жду сигнала! Эй! Найди тормоз вагонетки! Должен быть какой-то рычаг! Нашел! Заклинило! Поднажми, братья! Давай! Отец! Тормози! Кажется, вот сейчас! Нет! Сука, сука, сука! Трей! Ты че, блин, материшься? Демон! Вставай! Отец! Трой! Ух, жесть! Офигеть! Да, удивёрт! Этого тролля мы встретили в Свартенхейме, когда искали Тюра. Он очень удачно расположился как раз так, чтобы остановить наше сатрое падение. Благодарность, я его прикончил. Мы прям в него врезались с тролля. Хорош. Да вы что? Да не говори, достали. Враг слева. Держи, брат. Давай, Трей. Гаси. А, ладно. По нему не попасть, ну хорошо. Да ты умер, да? Сдохни! Кто там еще? С левой стороны яд! Да не, он не попадет. А где он? Я его не вижу. А, вон. Я понял. Ого. Ай, травит. Вот же это. Сдох. Загорелся? Поездка. Кошмар. Полностью согласен. Блядь. Фух, блин, теперь непонятно, откуда мы пришли, куда нам... Еще? Один словил. Так, минус. Куда ты? Над тобой яд! Вижу. Давай, Трэй, сам справишься, не добьешься? Ладно, я добью. Сдохни! Сюда, иди, жаба! Ну, вроде, да? Ох, ух, 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 бронзовый класс, выполнил.
Попалил убить. Так, это же сундук. Невероятное место. Чего? Какое место, он сказал? Ясно, тут будет тяжело попасть. Он сейчас прилетел. Ладно, пошла она нафиг, потом. Так, куда нам идти? Так, тут мы можем спуститься, а что там? О, ну там что-то прикольное, кстати. Давай спустимся, может отсюда я смогу ее убить. Ой, крыса. Точильный брус потрошительницы. Ого. Иногда очевидные методы борьбы оказываются самыми действенными. Старый. Так, а, это артефакт. Блин, я думал, это что-нибудь оружие. Уже бесполезный. Ой, да хватит про тебя. Он прям рядом летел. Да, он прям на меня сейчас летел. О, изи, как раз тут его, видишь, убивать надо. Так, опыт кратца есть. Это что? Это же женщина? Нет. Странно. Ладно. Грибы какие-то выросли, там все проросло, и мы, видимо, не можем их пока уничтожать. Так, ладно, куда идем? Ну вообще, откуда, подожди? Мы как будто сверху же пришли, правильно же? Ой, ты кто? Закончилась обезьяна тупая. Так, мы отсюда пришли, где тролля мы убили? Угу. А тут мы тролля убили. Да. Так, тут что-то валяется. Так, тут ярость. Ну, у меня ее полно. Так. Больше не видно нигде этих. Ту-ту-ту-ту. Так, куда идем? Идти можно сюда. Нет, видимо. Вот туда, где обезьяна, да? О, смотри, что тут лежит. Вот. Косточка зверя, ладно, наверх. Нам сюда явно. Угу. О, открыл, молодец какой. Кажется, там проход. Будто бы пробиться через породу. Сдохни, сука. Ей, еще есть? Смотри, стреляй туда. Вот хорош. Сундучок тут. Так. С хпшкой у нас все нормально вроде, да? Ну он сюда. Знаешь, парень, следил бы ты за языком, а? Просто слово. Я и не такое слышал от тебя. Дело не в слове. Ты вышел из себя. Мы падали. Летели вниз. Я думал, нам не выжить. И ты хотел, чтобы это было твоим предсмертным словом? Да. Нет. В миг опасности паника бесполезна. Обуздай ее и используй. Матюкался. Так, регион открыт. Рудник Ярнс Мидды. Что тут видно? Карта обновлена. Ну-ка. Так, Крата здесь. Ну, фиг его знает, пока ничего не видно. Болото. Ого, нам сюда, смотри. А были мы вот тут везде. Так, а как мне интересно вот к порталам? Да, мистические врата, болото. Как нам к порталам, да, вот этим путешествовать? Уже много там порталов? Вот, да? Так, яма Драугов, Ворон и Один, один из одного. Это что такое? Свартельхейм? Тяжесть цепей, остров. А, во, это рыбина вот эта сплыла, да.
перейти, а к порталу как перемещаться я могу? Или потом меня научат как-то движение, метки, масштаб выходить, указать легенду. Вот это же портал, правильно? Легенды 0 из 1. Черт поймешь, чуваки. Так, добавить на компас. Видимо, перемещаться пока еще не могу. Так, ну ладно, давайте на этом, наверное, закончим. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайкосик. Обязательно. С вами был Максим, Кратос и Артрей. Артрей, да. Локи, короче. Это ворон. Блин, мне везде этот ворон теперь мерещится тупой. Так, наверх я залезть не могу. Не-не-не, назад, Кратос. Назад.